Выступив на юге, я воспользовался гостеприимством своих друзей и отдохнул у них, ну, 3 дня. Я вел очень активный спортивный образ жизни. Я катался на мотоцикле. Я катался на водных лыжах. Еще на какой-то штуке, не знаю. Меня еще кидали в море. Я быстро бегал по лестнице. И каков же итог? Я поправился на 3 килограмма. А все почему? Потому что в перерывах я, ну, как-то сказать интеллигентно, ел. Жрал.